Уфе с каждым годом увеличивается количество моржей, любителей искупаться в проруби зимой. Мы решили поинтересоваться у уфимцев, как они к этому относятся и готовы ли сами заняться моржеванием. Да нет, спасибо, у меня уже возраст не тот. Не пошел бы, мне кажется, слишком холодно. Моржевать? Не, думаю, это слишком экстремально пока для меня еще. Ой, нет, я не готова. Я тоже пробовала. Если опыта нету, одной все равно страшно. Ну, выдержать надо такое. Нет, не пробовал, думаю, холодно будет. Но если людям нравится, пусть занимаются. Считаю, что никакой особой пользы в этом нет. Я это одобряю. Почему? Ну как же, это с закалкой организма. Укрепляет организм и помогает здоровью в такой непростой период, как зима. Полезно для здоровья. Если с детства укреплять свой организм таким образом, ну не сразу в прорубь, конечно, может быть сначала в холодную воду стоит, но не сразу. С растирания холодной водой, с обливания дома в домашних условиях. Обливался холодной водой, холодный душ по утрам принимал. Ну лучше, конечно, с детства. Я бы не стала ребенка маленького окунать в прорубь. Мне кажется, нужно к вопросам здоровья относиться с умом. Пойди в больницу, в хорошую больницу, проверь свое здоровье, можно ли тебе это, нельзя. И потом на основании вот этих объективных показателей принимай решение.